Привет, привет! Это канал о вязании. Меня зовут Юля. Канал называется Emelia Knitting. Как вы видите у себя на экранах, это видео будет посвящено вязаным игрушкам. Это две игрушечки, которые живут у нас дома. И я вам покажу, что я тут навязала, как давно, расскажу как, и немного про их историю. Вообще, я несколько вязаных игрушек делала. Первый был это вот этот снеговик, потом был вот этот песик, потом был зайка вот в стиле песика и много-много других снеговиков. Это был заказ. И еще вязала елочные игрушки. Все это было крючком. Ну, начну с первого моего снеговика. Начала я вообще вязать игрушки, ну, в декретном отпуске, как вы понимаете, накануне Нового года. Тематика считывается легко. Я, конечно, к тому моменту, когда захотела связать игрушку, уже 1000 раз забыла, как они вообще вяжутся, с чего начинаются, потому что вязала я последний раз в школе на уроках труда и, по-моему, больше, ну, может, использовала крючок, но я уже даже не помню. И начинала я, решила по памяти как-то набрать этот круг, ну, вот это плоское донышко, с чего начинается круг и все остальные фигуры. Но у меня ничего не получалось, почему-то я решила не искать информацию, думаю, я же все знаю, я же вязала. Но все эти прибавки мне не выходили, получался не круг, а такой волнообразный какой-то, какая-то фигура. В общем, я оставила все свои попытки и решила не изобретать велосипед и не тратить время, не понимала, почему я так, в общем, делаю. Нашла, как вывязывать круги, как вывязывать из них шары, ну и пошла дальше. И связала такого снеговика. Давайте я сниму с него шарфик. Вот такая вот длинная шея получилась. Но вместе с шарфиком ничего. Еще, конечно, надо лучше приплющить, чтобы он вот такой был, более приземистый. Я точно не помню, снизу или сверху я его начинала вязать. Но суть, что он цельновязанный, пришиты у него ручки, ножки. Шляпка тоже пришита, носик, все отдельно. Наполнен он у меня синтепоном, то есть не тем синтепоном, не помню, как называется, для игрушек, а именно швейным синтепоном. У меня был в большом количестве, я им набивала этого снеговика. Мне все было мало, он все не держал форму почему-то, я не поняла почему. Ну, мне очень хотелось вязать. В общем, видите, я не системно подошла к исполнению этой игрушки, но получилось она вполне себе симпатичная. Связала я круг, перешла на прямую часть и потом, видимо, как-то через ряд стала делать убавки, чтобы он был более здесь покатый по его грудке, и опять стала выходить на шар и связала так голову. Ручки у меня тоже связаны в круговую, просто их потом пришила вот так. Варежки у него есть, это тоже все связано. Это цельновязанная рука, просто я меняла здесь нить с белой на бордовую. Все эти нити, всю эту пряжу я нашла у себя дома. Все, что мне оставалось, я решила использовать, не покупать. Это у меня не сбывшаяся какая-то кофта белая. Вот эта пряжа мохнатенькая, такая альпака. Это тоже я себе вязала какой-то момент для кофты, но она показалась мне чересчур колючей, хотя и очень теплой. И я, так она мне лежит, не стала ее использовать. И эта бордовая у меня тоже была, которая сейчас в цилиндре, в шляпке. Но она еще более колючая, чем вот эта. В общем, такая суровая пряжа. Я ее купила, по-моему, даже еще, да, совершенно точно, на выпускной в институт, на выпускную коллекцию. Здесь у меня, как вы видите, елочку он несет. И елочка вязалась отдельно крючком, каким-то туда-сюда рядами, набирала петли, убавляла, а потом елочку отдельно пришила ему к туловищу. Ножки. Ножки тоже это цилиндры потом закрыты. Здесь я набила их синтепоном и пришила плоской частью вот сюда вниз, чтобы у меня смог сидеть, но он сидеть не может. Утяжелителя у меня в него никакого нет. В общем, он исключительно под елочкой. Вот, может сидеть. А
если обопрется что-нибудь. Вот сейчас нашел равновесие. Ну и носик, это какая-то красная, тоже шерстяная ниточка. Я покупала отдельно нитку, более блестящую, наподобие ирисы, но она оказалась слишком тонкая для вот такого масштаба. И, в общем, как-то было сложно с ней связываться. Я перенашла потом вот эту красную пряжу, она мне совершенно замечательно подошла. Глазки, это, помню, пуговицы, это глаза, а может и пуговицы. Наверное, все-таки пуговки. И вот, видите, у него здесь такая как бы морщинка получилась, я их крепила между собой. Так, шляпка у нас отдельно связанная, тоже здесь круг, переходящая в цилиндр. Как я, когда брала, вязала столбики без накида, это я бралась не за всю петлю, а вот за внешние петельки. Получился такой ровный край. И внутрь цилиндра я еще положила такой же круг, вырезала из очень толстого фетра. Фетр толщиной где-то, наверное, 0,5 сантиметра, поэтому очень прочно держится. Я, естественно, его пришила, чтобы он там не болтался. Ну, шляпка обязательно пришита к голове, чтобы она никуда не слетала. Ну и вокруг тоже такой у него по шляпке лента, украшения. Значит, он у меня весь, видите, связан крючком, кроме вот этой ленты на шляпе и вот шарфика. И шарфик так очаровательно смотрится. Я вот, мне очень нравятся вязаные спицами маленькие вещички на игрушках или сами игрушки спицами, но вязать их — это просто какой-то ужас для меня, потому что постоянно вот эти повороты спиц, повороты, причем там же не вяжешь на круговых спицах, там вяжешь или Magic Loop, или четырьмя спицами. В общем, это очень так неинтересное, муторное занятие. И я решила, что все-таки крючком-то поинтереснее вязать. И, наверное, если буду вязать, то только крючком. Гораздо быстрее. Что я хочу спрятать ниточки. Вот. Ну, вот такой у меня снеговичок мой первый. Он у нас так и живет в елочных игрушках. Мы его достаем под Новый год, сажаем его под елочку. Так, перейдем вот к этому Бобику. Бобика нет имени, он у нас и Бобик, и песик. Просто такая собачка. По-моему, он породы овчарка, но не точно. Это, если не ошибаюсь, то ли вторая, то ли третья моя игрушка. Здесь уже наполнитель специальный для игрушек, очень плотно его набила. Вот такой наполнитель. Мне очень понравился, потому что он хорошо отпружинивает и наполняет хорошо игрушку. Здесь я очень плотно набила, чтобы у него не менялась форма головы, потому что когда сдавливаешь, у него шар превращается в какую-то, не знаю, мятую, бесформенную, не знаю что, грушу. Мне это очень не нравилось, поэтому я его очень-очень плотно набила. Он такой прям, ну не знаю, тверденький, но в то же время не травматичный. У меня тоже цельновязанный, у него голова переходит в туловище. Или не цельновязанный. Нет, тут наврала. Вон мне пришит. Отдельно связанный. Уже сама забыла. Да, у меня отдельно связана голова. Правильно, а туловище связано тоже отдельно. И это вот видно по направлению рядов. Такой, такая фасолинка. Не знаю, овал. И вот у него начало, вот начало, а закончила его здесь на попе, потому что окончание вот этих шаров или цилиндров для меня, вот у меня, по крайней мере, самое несимпатичное получается, поэтому лучше их так скрываю подальше, вот, например, вот так он сел и не видно, что там. Отдельно тоже связаны вот такие лапки, как вы видите, здесь два цвета пряжи. Отдельно связаны тоже такие цилиндры, они все одинакового размера, и я их сшила на конце, а потом пришила накрепко вот сюда к туловищу, пришила к туловищу, плюс еще между собой старалась соединить, чтобы наверняка там, если тянуть, то не оторвалось. Ну, хвостик, он, кстати, без ватки, он сам такой кругленький получается, держит форму. Все это цилиндр, все-таки колбаски. Так, ушки.
Ушки, по-моему, это такие конусы я вязала. Тоже круг, а потом переходящий. Что-то вроде конуса. Да, сложила вдвое. И потом внутрь подвязала отдельно, связала такой треугольник белый, чтобы было видно серединку ушка, внутренность. И пришила в каждое ушко, потом уже цельное готовое ушко, выкроенное, подшитое, пришила к голове. И уже в конце, когда я его целиком собрала, сшила, ну, мордочка тоже видно, здесь цилиндр такой пришитый, тоже он наполнен обязательно этим наполнителем, этим синтепоном. И только после сливу этого я начала уже пришивать глаза и брови. Последовательность неправильная, потому что это неудобно, травматично, долго и тяжело. Поэтому вначале нужно, конечно, связать голову, немножко ее наполнить, как я понимаю, наполнителем. Потом все это пришить, вышить, чтобы были, ну, черты лица явные. И потом уже окончательно добивать наполнителем и пришивать к остальным частям тела. Но так как я не знала свои точные пропорции, где будет что мне располагаться, первая игрушка, поэтому такая последовательность неправильная. Глазки, как вы видите, уже такие настоящие. Я когда пришила, они меня обвязала их черной ниткой вокруг, но получилось так, что, ну вот, цвет глаз, не зрачки, а цвет глаз вокруг этот рыженький, он прозрачный и просвечивает. И получилось как-то странно, что у меня, ну, как бельмо какое-то в глазу. И мне пришлось уже под пришитыми глазами еще вот там подшивать, вышивать черной ниткой. Так что он такой пробный, бровки для эмоциональности. Ну и такой носик вышит тоже под конец. Ошейник я уже в конце решила ему повесить, и бубенчик специально ему искала, вот купила, чтобы его отовсюду было слышно. Интересно было ребенку с ним играть, чтобы, ну, такое было привлечение внимания. Вот такие мне две игрушки дома живут. Вот они сидят у меня под елкой. Я буду показывать вот здесь на экране, а потом, если получится, поставлю на заставку видео, чтобы было подробнее все видно, потому что в наличии вот здесь лежат шары, у меня их дома нет. Вот эти шары тоже были связаны под Новый год, но на заказ. Я их связала крючком, плюс обвязала, то есть я обвязывала пенопластовые шары, купленные в магазинах рукоделия. Вот они, видно, что разного размера, маленькие, вот этот, по-моему, средний, этот самый большой был. И тоже, когда вязала, у меня была такая проблема, начало и конец вот этого круга, то есть начало симпатичное, вот как здесь рассказывала, а самую несимпатичную часть я сюда вниз выводила. И здесь было то же самое, то есть там, где шар крепился на веревочку, это было начало моего вязания, а внизу, где шар уже не видно, вот я закрывала либо снежинкой вышитой, либо чем-то закрывала. Вот. В чем сложность, когда обшиваешь пенопласт, что, ну, например, хорошо, я связала полусферу до середины и даже чуть-чуть повыше, и когда необходимо уже закрывать вязание и выводить на вторую часть этой сферы, то нужно уже вязать вместе с пенопластовым шаром внутри, он неудобный, ну, как бы вязать тяжелее, и, ну, так, не самое интересное занятие. Но вот вязала, все равно же нужно было довести дело, и, в общем, вот так делала. Они разных цветов, здесь я просто чередовала цвет нитей. Этот мне однотонный с вышитыми снежинками, этот наполовину из двух цветов, а вот этот такими сегментами связан. Вот сейчас сходу я даже не помню, как это вязала, то ли блоками. Не помню. Вот они висят на елке, так смотрится. Но предполагалось, что они будут по одному висеть на каждой елке, но здесь вот я их вместе развесила. А вот этот шар, смотрите, у него что интерес в том, что большой один шар, а у него внизу три маленьких шарика висит. Вот эта веревочка, на которой они крепятся, это я покупала просто в магазине для, не помню, фикс-прайсе, вроде бусы для елок, отрезала
и пришивала вот такие для них крепления на елку, петельки. Это гораздо лучше смотрится, чем если вешать там или ленту какую-то, или ну просто связанную тесьму, или тоненькую невидимую. Вот такой вариант наиболее красивый мне показался. И сейчас я тоже так уверена, что с бусами лучше всего смотрится. Так, а это мой зайчонок. У меня его дома нет. Я его связала, подарила. В общем, это был подарок. Это был, наверное, третий по порядку. Как видите, он связан из такой же пряжи, как собачка. Связан он по описанию какого-то французского автора. Он цельновязанный, начиная с головы от макушки, вяжется вниз. Вяжется вниз голова, потом туловище и ножки. Туловище вяжется другого цвета. Юбочка подвязывается потом, когда уже все ножки готовы, когда он связан. Отдельно вяжутся ручки снизу вверх. Да, чередуются здесь нитки. Вначале телесного цвета, такой же, как все туловище, а потом уже идет вот как платьице. И потом эти ручки уже пришиваются к туловищу. Глазки здесь вышиты просто черной ниткой. Видно, что они такие матовые, не блестят. Ну и бровки рядышком, носик белый. И здесь я ему повесила, не ему, ей, это зайка, такую подвеску. Подвеску украшения, тоже у меня там были бусины. Это тонированный розовый кварц в голубой цвет. И вот такие уши огромные. Тоже очень плотно набивала его наполнителем. Он такой же, как эта собака, такой тверденький. И лапки у него такие уже прочные. Ножки у него не сгибаются. То есть вот прям вот держится, как палка, прочно достаточно. Вот так вот он связан. Ну вот такие дела. И сейчас я думала связать какого-нибудь мышонка, ввиду того, что сейчас будет Новый год мыши. И что-то думала его сделать более таким натуральным, что ли, не таким кукольным. Но все равно получится кукольным. В общем, хочу сделать мохнатым, чтобы прям шерстка была. И беру из своих запасов, вот у меня есть мохер. Может быть, и жалко мохер. Ну, куда мне еще использовать? Тут остаток есть. А так могу использовать... А это даже альпаки кусочек. Его здесь совсем мало. А так могу вот для игрушки использовать. Например, какую-нибудь пеструю можно сделать. Вот. Ну, прям дымчатая, как шерстка получится. Или, например, связать игрушку крючком, например, такую белую, чтобы не пушистая была поверхность пряжи, а дальше связать ему вот такой, например, легкий кафтанчик, надевать на нее. Потом юбочку можно сделать какую-нибудь розовенькую. А вот ушки или лапки, кончики лапок или воротничок у кафтана вот такой какой-нибудь можно. Дымчатый, такой коричневый, да? Такая, чтобы... В общем, если думаю вязать игрушку, чтобы она была, ну, очень трогательная, или, ну, очень милая, или, ну, очень смешная, в общем, чтобы у нее было какое-то настроение. Например, чтобы у нее был, может быть, чемодан какой-то в ручках, в лапках, или крылышки, или, может быть, у нее какой-нибудь колпачок и там волшебная палочка. Ну, в общем, придать ей характер прям такой настоящий. Здесь, в принципе, у него есть характер. Он снеговик, несет елку в шарфике. Это тоже охрана. Ну, в общем, пока не знаю, буду вязать или нет этих мышат. Но вот такие планы. Надеюсь, вам понравилось это видео. Предновогоднее. Комментируйте, расскажите, интересны ли вам эти игрушки. Может быть, связать, может быть, нет. Давайте свяжем вместе, если кому-то интересно. И подписывайтесь на мой новый YouTube канал. Там вы найдете рецепты. Познакомитесь со мной поближе. Милости просим. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Всем спасибо. Пока-пока.